Всем привет! Команда «Универ Ньюс» подготовила для тебя порцию самых интересных новостей. Зовут меня Анастасия Иванова. Смотри сегодня. На Арском кладбище возложили цветы на могилы ученых-этнографов. В Казанском федеральном университете прошла конференция «Бусыгинские чтения». 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В рамках научно-практической конференции «Бусыгинские чтения» на Арском кладбище были возложены цветы на могилы ученых-этнографов. Об этом наш следующий сюжет. 22 декабря – важнейшее событие для всех этнографов России. В этот день родился выдающийся этнограф Евгений Бусыгин. Каждый год событие отмечается научно-практической конференцией «Бусыгинские чтения». В этом году она посвящена 105-летию со дня рождения профессора и 10-летию со дня его ухода из жизни. Сегодня мы отмечаем 105-летний юбилей. Будут доклады. Приехали из Чувашии, приехали из Марийской республики и Самарской губернии. Приехали доктора, кандидаты наук, значит, аспиранты. Гранты, ассистенты, студенты будут. То есть это крупнейший форум в Казани. Особое место отведено возложению цветов на могилы ученых-этнографов Евгения Бусыгина, Николая Воробьева, Николая Зорина на Арском кладбище. Евгений Бусыгин внес большой вклад в формирование и развитие этнографической науки второй половины 20 века. Прежде всего, он восстановил этнографический музей, который является уникальным музеем и в России, и в Европе. В 1988 году профессор восстановил кафедру этнографии в университете после 50-летнего забвения. Личность Евгения Прокофьевича многолика, ее нужно изучать. Он внес огромный вклад. И сейчас мы чувствуем вот это влияние Бусыгина на теоретическую и практическую деятельность этнографов, антропологов, этнологов России. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла научно-практическая конференция «11-й Бусыгинские чтения». Она посвящена Евгению Бусыгину, советскому российскому этнографу, профессору Казанского университета. Анна Глазунова с подробностями. В Казанском федеральном университете состоялась международная научно-практическая конференция «Бусыгинские чтения». Уже в 11-й раз конференция собирает сотрудников научно-исследовательских и учебных учреждений, музеев, а также ведущих специалистов этнографии. Не зная тех особенностей вот этого многонационального региона, не зная тех возможностей, которые нам предоставляют огромные наши архивы, но невозможно говорить о будущем. Кто мы в этом новом современном мире? Все участники собрались для обсуждения народов Среднего Поволжья в историко-этнографическом контексте. В этом году чтения посвящены 105-летию со дня рождения профессора Евгения Бусыгина. Евгений Прокофьевич Бусыгин – один из основателей современной Казанской этнографической школы. И всю свою жизнь он прожил в Казани, он родился в Казани. Всю свою жизнь работал в Казанском университете. После войны он возрождал этнографическую науку в Казанском университете. Он возродил именно этот музей в 1945-1946 году. Эта конференция посвящена также и таким важным датам, как 95-летию со дня рождения Николая Зорина, 70-летию со дня рождения Лидии Таксубаевой и 95-летию со дня рождения Рымзи Мухамедовой. Все они выдающиеся ученые-этнографы. Вот эти ученые, представители Казанской этнографической школы, внесли огромный вклад в развитие отечественной науки и формирование Казанской этнографической школы. Зорин изучал русский свадебный обряд, как важнейшая часть культурно-бытового комплекса, а Мухамедова изучала татар-мишарей. Лидия Сергеевна Таксубаева изучала декоративное оформление сельского населения и так далее. В рамках конференции в этнографическом музее КФУ состоялось открытие выставки «Советские этнографы Казанского университета». Выставка продлится до 12 марта. Мы хотели на выставке на этой показать их, собственно говоря, вот ту вот научную жизнь, те замечательные экспедиции, советские экспедиции ученых Казанского университета – это поистине целое увлекательное событие. Благодаря этим экспедициям был собран колоссальный материал. А в зале музея «История» проходит выставка «Душа ученого океан», приуроченная к 95-летию со дня рождения этнографа Рымзи Мухамедовой. Она является выпускницей Казанского университета, основателем национальной татарской этнографии. На выставке гости смогли увидеть фотографии, документы, материалы и собрания Рымзи Мухамедовой. Рымзия Гениатовна – настоящий ученый, этнограф, который всю жизнь посвятила себя изучению татар, ее костюма, а также быта, народности. И, написано очень много трудов, статей.
Пленарное заседание конференции «Бусыгинские чтения» началось с приветственных слов и выступлений музыкальных коллективов, а также фольклорно-этнографического ансамбля. Все участники представили доклады об этнографическом образовании, праздниках, обычаях и нарядах, этнографических экспедициях и многом другом. Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации, который является высшим правовым актом. Подробнее в нашем следующем сюжете. 12 декабря отмечается День Конституции Российской Федерации. В 2018 году ей уже 25 лет. Высший нормативный правовой акт принят народом России 12 декабря 1993 года и вступил в силу 25 декабря. Конституцию ныне действующую принимали в очень сложной обстановке, в обстановке очень серьезной политической борьбы между, естественно, сторонниками коммунистической партии и либерального крыла. Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных и судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, а также поправки и пересмотр Конституции. Предложения о поправках и пересмотре положений Конституции могут вносить президент, Совет Федерации, Государственная Дума и законодательные органы субъектов. Для вступления в силу поправки должны быть одобрены органами законодательной власти не менее чем 2/3 субъектов Российской Федерации. Были внесены поправки, где парламенту дали контрольные полномочия над исполнительной властью. Естественно, постоянно вносились поправки в связи с изменением то названия субъектов Российской Федерации, то в связи с принятием в состав субъекта Российской Федерации Крыма, Севастополя. Артем Тупичкин, Леонардо Влетяров, Универньюз. В честь Дня Конституции Российской Федерации в Казанском федеральном университете состоялся круглый стол, организованный студенческим дискуссионным клубом «Политсковородка». Подробности в следующем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялся круглый стол Конституции Российской Федерации вчера, сегодня, завтра, организованный совместно со студенческим дискуссионным клубом «Политсковородка». Темы, которые обсуждаются здесь, они всегда являются, ну, во-первых, актуальными, во-вторых, очень интересными. И сегодняшняя тема, связанная с Конституцией Российской Федерации, она актуальна, я бы сказал, даже суперактуальная. Потому что сегодня, 12 декабря, 25 лет назад, состоялся в России, как всем хорошо известно, референдум по поводу принятия вот этой Конституции. Круглый стол прошел в день принятия Конституции Российской Федерации. Именно в этот день, 12 декабря 1993 года, была принята ныне действующая Конституция. С этого момента в России был установлен новый государственный строй. Страна стала смешанной президентско-парламентской республикой с федеративным устройством. В ходе круглого стола приглашенные эксперты и члены дискуссионного клуба «Политсковородка» обсудили историю принятия Конституции Российской Федерации, практическую применимость документа, а также возможную конституционную реформу. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошла лекция президента корейского вуза Синхан, посвященная традиционной современной культуре, а также формированию росту экономики Республики Корея. С подробностями Диана Сафина. 11 декабря в Институте международных отношений КФУ прошла встреча президента Корейского университета Синхан со студентами. Перед началом своей специальной лекции господин Со Гап Вон расспросил студентов об их стажировке в Республике Корея и эмоциях, полученных во время обучения. В первой части лекции студенты узнали о самых передовых известных компаниях Кореи и перспективе работы в них. Кроме этого, была озвучена важная тема, касающаяся быстрой популяризации современной культуры Южной Кореи по всему миру. Важным составляющим лекции стала информация о развитии отношений между Россией и Республикой Корея, в частности, о заключении договора о совместной работе Казанского федерального университета и университета Синхан. Сегодня университет Синхан подписал соглашение с КФУ о программах по обмену студентами. Ваши студенты смогут поступить в университет Синхан, и им будет оказана помощь в этом. Диана Сафина, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом все. Подписывайтесь на наши социальные сети и будьте всегда в курсе самых интересных новостей.